Серьезный клиент долго и тщательно выбирает дорогую цепочку, просит сотрудниц салона показать одно изделие, потом другое, изображает примерку взвешивания на ладони. Когда изделия весом 15-10 граммов оказываются зажатыми в кулаке, мужчина срывается с места и устремляется к выходу. 23-летний подозреваемый по горячим следам был задержан сотрудниками уголовного розыска Кировского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления предусмотрены части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому избран мер пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На допросе мужчина рассказал, что сдал цепочки в комиссионный магазин, получив за оба изделия 59 тысяч рублей, а деньги потратил на собственные нужды. Сумма ущерба, причиненная собственнику торгового объекта, вдвое выше. Евгения Лукьянова, Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.